Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет очередной тест на Архидемоне. Я вчера бегал, пробовал, еще добивал, больше набивал. Ну, как вы знаете, карты здесь проблемные. Ребята уже даже по 635 понабивали. Я хочу сегодня сделать тест, попробовать за счет того, что у меня уже и то ли вот 30% больше дамага, убрать некоторых героев, потестировать в нашем составе новый состав, убрать отсюда химку. Ну, по сути, с этих героев химка, ну, она имеет дополнительное замедление, плюс уменьшает, но доп. Урон один стрелок, как по мне, лучше получается. Там орнитоптеры, укротителя есть, мишка, который имеет ТУшку, то есть дополнительный удар. В общем, хочу попробовать сейчас сюда поставить Фрейю. Надо будет чекнуть всех героев. Как вариант, поставить Фрейю и стануть. И потом попробовать еще поставить Огника, посмотреть, кто с кем больше будет. Так, давайте соберем всех героев обратно, как они были у меня. Так, тыковка. Раскол. Плюс, вот так вот. Стрелок у нас был с шарой. Так, надо единственное опять поставить пиромага. Так, стрелок у нас собран. Дальше ведьма. Мы ставим Чика Бума для дополнительного урона. Дальше у нас укротитель. На укротителе у нас дракон. Так. На этом волчонок. И еще одного волчонка мы поставим на Фрейку. Вот у нас будет Фрейя. Суперсилу тоже ставим сюда, пиромага дополнительно. Так, окей, поехали, проверим еще разок. Так, укрутить собран. Ведьма собрана. Стыковка собрана. Стрелок собран. Одной собран. И фрейка. Все собраны, поехали. Делаем первый тест. Стартуем, как обычно, стыковки. Так, Фрейку еще поставить надо. Многое здесь зависит еще от старта, то есть очень много факторов, но мне интересно просто, сможем ли мы перебить наш дамаг. Так как, ну, в принципе, химка давала понижение, но уже, ну, по сути, 30% у меня
больше атаки, то есть надо пробовать дамагеров разных. Следующим, кого можно поменять, я даже не знаю, наверное, по времени вроде не успеваю, 28 секунд, но как вариант, Тимку, я думаю, уже мне можно будет убирать. Посмотрим, что у нас в итоге будет. Так, кто у нас тут еще такой интересный есть? По дамагу поставить сюда, попробовать вместо нее огника. Посмотреть, как он будет. Ну, я вижу, что уже плюс-минус где-то так же идем. Странно, Фрейя вроде и бьет, но не вижу ее скилла по удару. Где-то мы выигрываем 2 секунды. То есть плюс-минус, но все равно она пока не перебивает Химку, мне кажется. У меня на Химке 7-8 секунд оставалось. Да, тут дамага, видите, в разы меньше будет. 5 секунд, в принципе. Включился, к сожалению. 206. Да, немножко не дотягивает. Окей, ставим следующий наш вариант. Пробуем огника. Выбираем с Фрейи. Надо будет потестировать супер питомца, местами поменять. Пробуем огника, может он сможет. Так, единственное, здесь надо поменять сейчас, уже поставить пиромага. Все равно даже, видите, увеличение на 30%, оно не дало того эффекта, который ожидалось. Все-таки Химка еще, ребятушки, долго, наверное, будет тащить. Ну, сейчас посмотрим. Так, пиромага поставили. Поехали. Так, стартанули с огника. Это не особо удачно стартанули. Смотрим, что у нас здесь получится. Вот еще как вариант попробовать Афину. Она тоже, в принципе, дает и заряд энергии, и дамага дофига. Так, что-то я провтыкал первый, но что-то смотрю, не особо попадают все нормально.
Надо попробовать, наверное, убрать будет в следующий раз одного волчонка, поставить сюда панчбокса. Все-таки как-никак это дополнительный дамаг будет панчиком. Ну, плюс-минус где-то ровно идем. То есть 30 секунд на одного. Да, надо поиграться еще с суперпэтами, пораставлять будет по-другому, поставить сюда Крока, так как он дополнительно наносит дамаг. В принципе, тоже неплохой. И панчбокса. Возможно, нам столько не надо волчонков. Это уже будет в следующий раз тест. В любом случае, хладный призрак. Мне вот интересно, что сейчас будет круче, Фрея или же Огник. В любом случае, хладный призрак у нас на сегодня востребован будет на Архидемоне. Ну, здесь, наверное, получше будет результат. 248. Ну, как видите, до Химки не дотягивает ни тот, ни тот. Но у нас аналогичный состав. Вот я с Химкой набил 377. Я точно такой же состав собрал. То есть, по сути, с Химкой получше будет такой сборки. Вот такой вот, ребятушки, тест. Даже 30% усиления, по сути, они все равно не перекрывают баф Химки, плюс то, что у нее есть замедление встроенное, то есть дополнительно это все, как видите, буст атаки 30%, все равно Химка лучше смотрится. Ну, по крайней мере, вот за эти тесты я это увидел, что изменений все-таки нет. Ну, нам осталось только форты добить до 30, в принципе, следующие 2.2 надо будет нам, чтобы получить следующий титул. 450, еще 400 осталось собрать, 5 миллионов кулаков. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков и тестов. Всем удачи, всем пока.